Улица Героев Тихоокеанцев, 20Б, девушка на Nissan Ирнеса неудачно припарковала свою машину, перепутала педали и в итоге повредила не только свое авто, но и два припаркованных автомобиля. Дорожный инцидент случился днем. Хозяйка минивэна Nissan Ирнеса подъезжает к своему дому, паркует машину, но делает это крайне неудачно. Ну, парковалась, перепутала газ с тормозом. Угу. И что? Ну, все. Ехала машина. Машинки стояли здесь, да? Да, машины стояли здесь, а я хотела перед ними встать, и все. Nissan Ирнеса бьет припаркованную Toyota Vitz. Та по инерции откатывается в стоящий рядом Nissan Bluebird. Минивэн останавливается, уткнувшись мордой в металлический забор, огораживающий детскую площадку. Как отреагировали на все происходящее хозяева машины? Ну, адекватно. Угу. Подсказали, куда позвонить. То есть не, драки не было? Нет. Да? Мы соседи, мы здесь живем. Владелице Nissan Ирнеса повезло. Хозяйка подбитого седана сдержала эмоции. Вместе с виновницей происшествия стала дожидаться прибытия сотрудников ГИБДД. Но драка все-таки случилась. В итоге припаркованная Toyota получила лишь царапины на заднем бампере авто. Двум Nissan'ам повезло меньше. Есть значительные увечья и потребуется ремонт. Все три машины на ходу. Судя по вот этим зеленым следам, забор был недавно покрашен. Сейчас поврежден. Хозяйке Nissan'а придется разбираться с управляющей компанией.